Друзья, всем привет! Всем привет, ребят! Сегодня у нас новое видео, и сегодня оно у нас будет посвящено семейному опросику на тему «Кто знает Тима лучше?». Ну, давайте приступим к просмотру. Давай, ты первый, давай. Так, у меня первый вопрос. Кто выложил и когда раньше первый фотографии с Тимом? Я говорю, вот такой вопросик, да, ребят? Ух ты! Да, наверное, я выложила. Да, это действительно была ты. Ты выложила ее, даже я помню, когда это после рождения ребенка, когда мы приехали, я тебя с родома привез. И ты тогда выложила свой первый пост. Давай с тебя вопрос. С каким весом родился Тим? Вес Тима был 2 килограмма 876 грамм. Да. Хорошо. Мой вопрос. Какая игрушка у Тима самая любимая? Ты мой вопрос открыл. Первая или сейчас? Вообще. Самая любимая игрушка? Ну да. Зайка. Зайка. Правильно. Вот эта вот игрушка, зайка, у него самая любимая. Ну, у него, конечно, их сейчас много, то, ну, хорошо. Сколько Тим набрал килограмм первый месяц? О. Первый месяц, я помню, по-моему, мы там набрали что-то очень-очень мало. Там что-то, по-моему, 200-300. Нет. Он набрал килограмм. А, это да. Первый, он хорошо, то второй месяц он набрал. Килограмм набрал первый месяц. Вот у меня вопрос. Кому Тим улыбается чаще, тебе или мне? Одинаково улыбается, тебе и мне улыбается. Нет, улыбается он мне больше. Не может такого быть, он одинаково улыбается. Тимка, кому ты улыбаешься чаще, мне или маме? Тимка? Ку-ку, Тим. Ку-ку. Ку-ку. Ладно, это спорный вопрос. Будем считать, что одинаково. Ну, вообще, честно, мне больше улыбается. Во сколько Тим перестал кушать грудь? Кушать грудь он перестал буквально недавно. Наверное, где-то месяца где-то полтора назад, то есть где-то 3,5. Да, правильно. Хорошо. Какое любимое занятие у Тима вообще? Любимое занятие у Тима вообще? Ползать, сейчас это ползать. Нет, ну это я вообще спрашиваю, в общем. Эрос. Нет. Какой? Гулять? Нет, ну это сели, дети любят. Гулять, гукать. Любимое занятие, я не могу понять, это он сейчас же ничего не занимается, мы с ним играемся и все остальное. Ну, вообще-то у него есть любимое занятие, то если подумать, если помыслить немного. Ну, сейчас он ползает любит. Загадал таки. А ну, я не могу. Сдаешься? Да. Значит, минус один тебе будет. Это когда с ним танцуешь и когда ему поешь. Занятие? Ты бы развлечение, наверное, это больше я назвал бы. Ну, это занятие его. Как он любит проводить время с родителями, такой вопрос. Лучше бы, больше бы мне понятен был, чем занятие. Ладно, поехали дальше. Какое первое слово было у Тима? Ну, мой вопрос тоже там имелся. Значит, первое слово у него было, как для меня, так это орлы, либо агу. Первое слово было агу. Ну, орлы он тоже говорил, потому что я учил и видел просто. Хорошо, вопрос с меня, да? Так, когда Тим впервые начал ползать? Ползать начал вот недавно, почти 5 месяцев, ближе к 5 месяцам. Нет, вообще он попытки начал какого рыба. Попытки в 4 месяца. 4 месяца, да, дальше? 4 месяца. Так, теперь мой вопрос. Сколько сейчас весит Тим? Ага, сейчас весит Тим, совсем недавно ходили его и измеряли, 6300. Да, так, хорошо, тогда как
с меня вопросик. Когда у Тима самая большая активность? Когда у Тима самая большая активность? Да. Утром. Почему? Потому что он только просыпается и сразу ползать начинает. А утром... Это не самая большая его активность, да? Ну, днем. Нет. Моя версия — это вечером, потому что его вечером сейчас нереально уложить. Он сильно гиперактивный какой-то, и ему хочется сидеть с нами, общаться, несмотря на то, что он пытается всегда там ползать, пусть кричит. Моя версия — это вечером. Ну, мне кажется, больше он днем активный. Не могу вспомнить его как-то днем. Такой большой активности. Какого числа первый раз перевернулся Тим? Какого числа первый раз перевернулся Тим? Со спины на живот. Ну, число я как-то это не помню. Но мне кажется, что перевернулся он где-то в 3 месяца. Может, чуть раньше, да. Почти в 4 месяца, 10 на 8. Перевернулся? Да. Первый раз он перевернулся 10 на 8 вечером. Когда мы даже этого не заметили, сам поболел в кухне. Не за счет, согласен. Хорошо. Так, тут ты моя собственная. Что Тима больше всего не нравится? Не нравится? Да. Держать упачившуюся. Нет. Это мы тоже не любим, но это у нас не самое нелюбимое. Ну, у него много чего он не любит. Ну, самое большое, ну, прям, которое он не любит. Мама, ты же должна знать. Я не могу все запоминать абсолютно. Твои версии, мы ж здесь. Нелюбимая тема? Нелюбимое занятие. Не любит делать зарядку. Это не самое любимое. Нелюбимое. Это не самое нелюбимое. Ну давай, говори. Одеваться он больше всего не любит. Это он начал не любить одеваться, когда мы надевали ему бодик, и он не мог залезть через голову. После того... Мама начинает отговариваться, не за счет. Не за счет. Следующий вопрос. Сколько сантиметров Тим сейчас? Сколько ты сантиметров сейчас, зайчик? Есть у нас рулеточка здесь? Выросли мы, выросли. Нам сколько уже где-то? 65 нам, да? Да. 65 сантиметров он. Да? Большой такой ты у нас. Так, с меня вопрос. Как Тим любит спать? На данный момент. На данный момент он спит на боку, но ночью он переворачивается на живот. И спит на животе. Ему больше нравится теперь на животе спать. Просто иногда он переворачивается и начинает ползти, а иногда спит на животе. Раньше он на боку спал. Ну, хорошо, зачтем этот вопрос, потому что мама по ночам встает и лучше знать, как он спит. Днем-то мы знаем, как мы спим, да? Ну давай, мама, последний вопрос тебе. Какие твои эмоции были первый раз, когда ты увидел Тима? Мои первые эмоции... Я сильно нервничал. Я просто как-то не мог поверить, что наконец-то это мой ребенок, когда я зашел и увидел его. И я заплакал. Да, это были слезы радости, счастья. Раньше я такого не знал понятия, что такое плакать от счастья. Вот. Ну что, ребят, на этом наш опрос семейный закончен. Я думаю, были недочеты у меня, были у мамы. Ну, я думаю, что победила любовь. Конечно. Ведь мы одинаково любим нашего сынульку. Конечно. Я надеюсь, вам понравилось это видео, ребят. Ставьте ему лайк. Пишите в комментариях, что думаете по этому видео. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Всем пока.